что, Маргарита, как вам этот выбор? Самое большее, что порадовало, что с размером он точно угодил. Вот это прям мой размер, да. Я его больше боялась. Надо сказать, цветовой. Да, и цвет хорошо. Я все-таки не вполне уверен, что белая рубашка на выпуск, хотя она и популярна, адекватно подходит к зиме. Это несколько демисезонный вариант. Вот мне так кажется. Ну, она жаркая женщина. Но вы жаркая женщина. А что скажет Данила? По машине ездит, из машины выйти до работы, дойти. Да, еще шарф. Не нужно ничего сверху. У нас сегодня в гостях независимый эксперт, заслуженный артист России, певица Варвара. Варвара, спасибо, что вы пришли. Как вам Маргарита? Я вообще, знаете, вот наблюдаю за вашей передачей и все время думаю, какие же у нас красивые в России женщины. Это да. Правда. На концерты приходят, опять-таки, женщины. Сидят, сами себе дарят цветы. Да, прекрасно. Я удивляюсь, приходят красавицы, подружки. Куда мужики подевались? Где их взять? Варвар, я вам после программы расскажу, где они. Правда? Нет. Саш, спасибо. Спасибо. Я думаю, что Маргарите это будет тоже на ухо. Маргарите нужно адрес точно. Мне где-то виделась. Рита, очень красивая женщина. Прям нужно на себя обратить внимание. Полюбить. Просто полюбить. Сходить к косметологу. Привести волосы в порядок. Постараюсь. А вот если он вам когда-нибудь еще скажет «тетя», вы его назовите «дядя». Спасибо, Варвара, спасибо. Маргарита, переодевайтесь. Он, наверное, ее тетя, чтобы подстегнуть, чтобы она хоть как-то зашевелилась, да, по отношению сама к себе, как вот про что ты говоришь. Потому что она вообще на себя плюнула, как она даже сама сказала, говорит, иду с ребенком гуляю, ее бабушкой назвали. Понимаешь? Обидно. Ну, конечно, обидно. И тетя, и бабушка, это все из одной истории. Она, может, и правильно бабушка, но... Стиль тетя Мотя. Да, совершенно верно. Данил, мне нравится твой посыл. Во-первых, сразу, вот это вот тещин серый цвет, и правильно ты показал, там 50 оттенков серого, у нее предостаточно. А надо вот так, как ты сделал. С порога и как бабандул красным цветом. Бомбанул как следует. Да, кстати, красный правильно. Цвет... Чтобы удачно. Сразу было видно, что это директор идет. Да, все правильно. И бизнес пойдет. Да, да, так да. И произойдет. Ее по-другому начнут воспринимать. Совершенно верно. Мне все нравится. Ну, понимаешь, там единственные есть нюансы. Ей, конечно, в данной ситуации нужно другое белье. Потому что блузка немножко просвечивается. И немножко она нам чего-то там... Игриво. Она нам там чего-то показывает. А этого делать не надо. Ну, блузка по своим свойствам мне тоже не понравилась, но контраст красного и белого – эта идея очень хорошая. Особенно вот сейчас открываются же, да, новые сведения о нашей героине. Маленькие элементы, которые рисуют ее жизнь. Вот Данила говорит, что легкое пальто ей носить можно, в том числе и в холодное время года, потому что она автомобилистка. Сразу же возникает ответ на ваш вопрос – где взять мужиков? Вот водятся такие места, где их много. Да, например, есть такие. В пробке. Ты стоишь в пробке, и ты окружена достаточным количеством мужиков. И они вынуждены на тебя смотреть. Если ты одета в серое, и волосы у тебя русые, и макияжа у тебя нет, и даже очков у тебя нету на лице, есть ощущение того, что машина пустая, в машине никого нету. Реально это все растворяется в тех сумерках, которые у нас с утра до ночи 9 месяцев в году. Представьте себе ситуацию, когда внутри сидит водитель, наряженный в красное и белое. Естественно, сразу же акцент смещается. Внимание, и сразу же человек в соседней машине обращает внимание на блондинку в красном за рулем. Еще как. Поэтому мне кажется, что контраст красного и белого в ситуации женщины за рулем, да еще той, которая хотела бы устроить свою судьбу, это просто то, что доктор прописал. Да, действительно, это так. Ну а сейчас второй выход Маргариты. Чтобы зять ахнул, пожалуйста. Маргарита, как вам этот вариант?
Зять ахнул или не очень? Ахнул. Ахнул, да. Ахнул. Ну, я что-то не очень, мне кажется, что не совсем подходит. Мне кажется, это моды топ-сет 1991 год. Варвара, пожалуйста, прошу вас. А, ну мне вот как раз пальто, вот кардиган, нравится. Очень. Он такой все-таки в этно-стиле сделан. Ну, поскольку я люблю это, как бы мне кажется, что это можно оставить, тем более вы блондинка, вам это пойдет. Явно совершенно, что юбка, ну, неудачная, потому что у нее неудачное решение. И с кардиганом она вообще не смотрится, и ботинки сюда грубые. В общем, оставляем из этого, наверное, только кардиган. Все остальное выбрасываем. Спасибо большое. Ступайте переодеваться, дорогая. Надежда Бабкина, просим. Да, Данила маленько переборщил, потому что кардиган-то, правда, хороший, он тоже симпатичный. Если бы там были брюки, такие укороченные, ботинки прошли бы хорошо, и блузку надо эту... То есть, понимаешь, вот ты сейчас ее как раз сделал так, когда говорят, бабулька... Престаревшая совсем. Ну, да. Я понимаю, все, у тебя опыта такого нет. Ты думал, что сейчас разноцветие вот это даст. Или, если такая юбка, значит, тогда кардиганчик должен быть срезан, потому что длина не соответствует. Вообще какая-то чехарда получилась, да? Ну и ладно, пусть походит, попробует, посмотрит, как надо меняться. То есть у нее должны быть контрасты. Впечатления. Да. Ну и ты в этой ситуации, как тут написано, взять, ахнул. Ты же ахнул. Ну, мне понравилось. Вот именно ахнул, вот и все. Ну, слушайте, у меня тоже возникло аналогичное впечатление. Ты меня пригласи в ресторан, я надеялась на все лучшее сразу. И веселые песни цыган, ну и дальше по тексту Ларисы Долиной. Действительно, вот это иногда бывает очень трогательно, когда мужчина слишком заботится о персоне, которую он наряжает на этом подиуме, сразу все становится явным. И этот комплект нужно, конечно, сделать чуть легче, потому что здесь понапихано на 5 комплектов явно. То есть позаботился как следует уже. Вот только что, знаете, как детям маленьким шарфик не завязал сзади, а так вот все в контексте. Да, действительно, это легкое пальто имеет полное право на существование, но, принимая во внимание миниатюрный рост нашей героини, 1,60 м, такие крупные цветы, для нее это немножко слишком. Ее цветок должен быть вдвое меньше, если это вообще будет цветок. Однако само желание нарядить похвально, молодец. Спасибо большое. Ну а сейчас третий выход Маргариты в образе «Муж не на час». Вы наши потеряли башмачки, не зря. Хорошая примета. Как вам этот наряд? Ну, честно, совсем не мое, не люблю блестков. Это люрикс, дорогая. А сейчас ну, это самое, да. Но опять у меня какой-то цыганский вариант получился. Я отрезную талию тоже не люблю. Но мне на самом деле нравится, потому что силуэт хоть разрезной, как вот она говорит, не нравится, что разделяет ее пополам, но, в принципе, достаточно скрылся живот, который и так смущает Маргариту. А его нету даже у нее. Но он ее вот всегда смущает, поэтому, говорит, я вот боюсь... Это же вот не живот, здесь. Это просто опыт. А, ну, да, большой жизненный опыт. На самом деле, мне понравилось, как она сняла каблуки, как Рита, вы сняли каблуки и пошли босиком. Это было так естественно, так по-нашему, что захотелось петь. Да! Дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звенят, да с той старинною, да с семиструнною, что по ночам так мучила меня. Не обращайте внимания, вы красавица! Молодец!